Сегодня я вам покажу и расскажу, какой досуг здесь возможен. Вот здесь вы можете сделать себе массаж. Заходить внутрь и спрашивать о ценах я не буду, так как доставать людей просто вопросами не в моем стиле. Здесь вы можете взять палатку за 50 тысяч кип. Здесь отзывы. Правда, все на английском. Карта Лаоса. Экскурсии. Карта этих экскурсий. Hello, Sabadi. Sabadi. Welcome to Nongkio. Thank you. Everything okay? Периодически печатается и пишется, что вы можете получить. Вот такие вот офисики. Здесь их есть несколько, так что можете обращаться. Есть здесь несколько ресторанчиков или баров. Вот один из них. Каждый рекламирует что-то свое. Можно взять в аренду байки. Они здесь 10-15 тысяч кип в сутки. Есть такой вот ресторан. Это индийская, малазийская халяльная кухня. Вечером здесь довольно много народу зависает. Можно получить билеты. Правда, цены будут как для туристов. Лучше пойти на автобусную остановку и взять билеты непосредственно там. Вот, например, я ехал сюда из Лонг-Прабанга за 80 тысяч кип. На самом же деле билет стоит всего-навсего 40. То есть 40 тысяч экономии. Можно арендовать байки. Цена 70-80 тысяч кип. Сутки. Это снова кафешки, которые предлагают свои услуги. Кстати, здесь до 10:30. Вот здесь как раз сказано. И дальше все закрывается, так как, наверное, комендантское время или что. Это все бары после 10 закрывается. Вот здесь вы можете попробовать такие вот блюда. Это ресторан индийской кухни. Вот аренда байков, что почем. Конкретно их вид байка и его цена. И во сколько нужно вернуть его. Бомж-такси возит здесь таксистов, этих таксистов, извиняюсь, туристов. Вот вы видите скопление туристов. Здесь находится бот-стейшн или остановка лодок, откуда вы можете уплыть. Когда подойду ближе, посмотрим, куда именно. Вот эти лодочки все стоят здесь, куча. Туристы приплывают и уплывают. Здесь ходят в основном с такими вот рюкзаками.
Это те, которые только что приехали. Фрукты, которые вы здесь можете приобрести. И такие вот магазинчики здесь. И кафешки. Это сразу же за мостом. Или есть вот такие вот предложения. Здесь будет вам несколько дешевле. И вот еще такой вариант. Это снова же туристический вариант. Здесь фрукты немножко подороже. Но цены сносные. На этой улице представлены магазины, кафешки. И эта улица сразу же за мостом по ходу течения реки ведет к станции лодок, а также к автобусной станции. Сейчас мы по порядку с вами пройдем. Что здесь предлагают, видите? Это уже не очень туристическое место, это скорее магазинчик для местных, потому что здесь представлен текстиль. Но, может, и вы что-то себе найдете. В одном из таких магазинчиков я, например, купил себе для трекинга обувь. Можете приобрести рис на развес, он будет дешевле вам. Это магазин, который представляет разные товары. Вот есть овощи. Утренний маркет работает с 6 до 9, а дальше вы сможете покупать овощи только вот в таких вот магазинчиках. Вот, кстати, если вам нужно бухло, вот оно здесь вот представлено. Мне оно не нужно, поэтому этот магазинчик не без надобности. И сейчас мы пойдем к лодочной станции. Так, от главной дороги, ведущей к автовокзалу, нужно повернуть налево, и эта дорога вас приведет непосредственно к лодочной станции. Вот сейчас я туда направляюсь, посмотрим, куда можно отплыть и что почем здесь. Прямо-то это причал для местных, а вот правее вот здесь это причал для туристов. Вот сейчас мы к нему подойдем и посмотрим, что почем на рынке этом. Есть небольшой базарчик, если вы долго скучаете и ждете свою лодочку, то можете здесь и покушать, и попробовать фрукты местные. Ну, цен я не знаю и спрашивать не буду, зачем пудрить мозги людям, если покупать не буду. Вот это есть лодочная станция. Откуда плывать можно, не знаю куда, но вот здесь ждут люди. Сейчас посмотрим. Вот это расписание, куда можно плывать. То, что интересует туриста, написано на английском языке. Пир, которого можете все купить. Вот это, собственно, пирс, с которого можете уплыть в те села, которые представлены в расписании. Нужно купить билетик и удачного плавания вам. Вот люди ждут своего времени, конкретное население. Здесь лодочки разных формаций, есть покруче, есть попроще. Какая именно куда плывет, я вам не скажу. Ну вот люди отплывают. Кстати, есть знакомые французы, которые тоже плывут сегодня куда-то. С ними я познакомился еще в автобусе, когда ехал в это селение из Луанс-Прабанга. И сейчас они ждут отплытия по ходу село
который находится в нескольких километрах отсюда. А лодочки все приплывают. Люди нагружены, одеты, как будто бы 20 градусов мороза. Зачем? Не знаю. Люди здесь как будто бы приехали на проживание. Движуха по приезжим, много такси, они ждут своего клиента и развозят их по здешнему городку. А мы с вами пойдем дальше, посмотрим, какие же здесь еще есть достопримечательности местные, то есть для развлечений. При выходе со станции вы можете купить себе сразу же велосипед и помчаться навстречу судьбе. Что-то с велосипеда делать. Если вам нужны строительные материалы, пожалуйста. Здесь производят сушку. Вот я не знаю, чего это. Похоже на отходы риса. Из него потом здесь, наверное, что-то делают. Таких вот мест для сушки здесь очень много. Потом, если не забуду, спрошу, ну, может, скажет. Много здесь таких вот магазинчиков маленьких, на которых вы, в которых вы сможете купить все самое необходимое. Но если вам нужно чего-то больше, то я вам сейчас покажу один магазин, в котором есть уже почти все. Ну, кроме овощей и фруктов, конечно же. На огромный приплыв туристов некоторые живут все-таки своей жизнью. Здесь вот сушится дрова. Хворост сушится, а не дрова. Потому что люди здесь варят, кушать с помощью огня. Ну вот что интересно, что здесь совсем нету так называемого стрит-фуда, который очень популярен в том же Лонг-Прабанге или в Вьентьяне. Здесь все намного спокойнее. Есть кафешки, ресторанчики, пожалуйста, а о каком-то стрит-фуде здесь можно забыть. Если вы хотите быть красивой и всегда в тренде, пожалуйста, есть вот такая вот парикмахерская. Здесь вас делают красавец. Вот в этом магазине вы можете купить очень и очень много. Правда, здесь некоторые товары нужно покупать только большими пачками. Это так называемый оптовый магазин в понимании местных, где вы можете приобрести здесь очень и очень многие товары. Они здесь, правда, размещены не очень-то и правильно. Химия в перемешку с продуктами. Сразу не поймешь, что где стоит и где что брать. Но главное, что здесь очень многие продукты, которых нет в других магазинах, можно приобрести. Цен нету. Цены вы узнаете только по факту. Но зато, еще раз повторю, здесь есть товары, которых нету больше нигде. Ручки и сразу же приправы. Вот это, кстати, местная сода, но это дрожжи. Правда, их здесь
по полкилограмма продают, потому что не очень-то и выгодно. Есть воды, еще какая-то штучка, не знаю, что. Можно приобрести сахар, порошок. Короче, довольно-таки хорошенький магазинчик. Так, есть печенюшек много здесь, как местного разлива, так и зарубежного. В основном здесь представлен Таиланд. Это основной поставщик всяких видов продукции. Лаосского чего-то из того, что я покупал, я еще не встречал. Вот, пожалуйста, печенюшки, а напротив средства борьбы с вредителями, разные очистители посуды. Вот такие вот дела. Здесь сразу же и склад представлен. То есть все в лаосском стиле. Здесь же есть какой-то станок, правда, я не знаю, что на нем делают, но магазинчик, в принципе, нормальный. Цены здесь немного выше, нежели в Луанг Прабанг и в Вьентьяне, но все еще сносные. Вот такая вот здесь есть аппаратура, не знаю, для чего она предназначена. И вот такой вот это магазинчик. Вот такая вот. Семечки из кто-то здесь живет местный. Но пока. Ну вот что хорошо в этом городке, так это цены на гостевые дома. Насколько мне известно, вот за такой вот бунгало французы, насколько я их правильно понял, платили 10 евро за сутки. А это уже другой отельчик. Здесь целый ряд бунгало. Также представлен. И цены в пределах тех же 10-15 евро за сутки. Причем вы получаете вид на реку. Ресторанчик. Western Food Laos. При этом ресторанчике есть вот такие вот бунгало. И вот я, если честно, что-то до конца не понял, в каких именно бунгало жили эти французы. То ли в этих, то ли в тех, что я показывал перед этим. Но цена, они говорили, 10 евро за сутки. А вот так моются те, кто не может себе позволить водопровод. Причем это делается прямо у дороги. Это еще одна достопримечательность, которая присуща только Лаосу. Эти довольно специфические, то ли автомобили, то ли трактора, то ли, ну не знаю, как назвать эту технику. Закат немножко опоздал. Действительно не рассчитал время и пришел, когда солнышко уже зашло за горы. Но все равно виды красивые. А вот такой шикарный вид открывается с моста, который соединяет два берега Нонг-Кьяв.
Спокойной ночи. Сладких снов вам. So I